Доброго времени суток, дорогие подписчики и случайные зрители. Перед просмотром прошу поставить лайк к этому видео. И если не сложно, подпишитесь на канал. Я буду вам очень благодарен. Не так давно артист вакцинировался от коронавируса. А сегодня стало известно, что болезнь все же настигла Михаила Сергеевича. И он попал в больницу. Пока состояние главного мушкетера страны не вызывает серьезных опасений у медиков. Сейчас он в легкой форме заболел коронавирусом. Его положили, чтобы он был под наблюдением врачей. Он в хороших условиях лежит. Врачей мы благодарим. Ничего такого страшного нет. Поделилась заведующая труппой театра имени Ленсовета Евгения Папандула. Правда, чуть позже представители Михаила Сергеевича опровергли новость о его госпитализации и информировали. 71-летний артист находится дома и чувствует себя удовлетворительно. Напомним, в феврале Боярский уже попадал в больницу с пневмонией. Благо, тогда все обошлось без осложнений. Вчера он себя плохо почувствовал, и поскольку сейчас очень страшно из-за эпидемии, я вызвала скорую. Медики решили все-таки повести его в клинику, обследовать. У него была температура и слабость. Мы пока диагноза не знаем, но не ковид. Он не в ковидном отделении лежит. Может, его отпустят домой. Может, реакция на погоду такая. Звонит теперь и проклинает меня за то, что вызвало медиков. Рассказывала тогда супруга актера Лариса Лупиан. В прошлом году Михаил Сергеевич с сыном активно поддерживали специалистов, лечащих людей с коронавирусом, и благодарили их за тяжелый труд. Друзья, мы присоединяемся к бесконечной благодарности врачам, которые, рискуя своей жизнью, находятся на передовой борьбы с этой катастрофой днем и ночью. Помогите врачам и всем, кто причастен к прекращению угрозы распространения вируса. Не навещайте друзей, не принимайте гостей, не выходите из дома без крайней необходимости. Позаботьтесь о своих родителях и знакомых. Не приносите неприятностей в чужие дома и не рискуйте пускать их к себе на порог. Давайте проявим ответственность, осторожность и солидарность. Обращался артист к подписчикам.